урматтуу мекендештер ушул күндөрү мамлекеттик бийлик бутактарына олуттуу милдеттер жүктөлүп жатат анын ичинде кыргыз республикасынын президенти жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан мага өтө чоң жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктар берилди мындан улам бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм максатым мамлекеттік бюджетти толтыру, қошымча кіреше алу, өлкөден шығып кеткен жана шығып жатқан мыйзамсыз капиталды қайра қайтару, офшордук есептердегі қайрып кайрып келүү көмүскө ресурстарын толуғы менен мыйзамдаштыруу ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү макроэкономикалық оң натыйжаларга жетишүү өлкө экономикасына зарыл болгон қаражатты тезінен мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө бул максатка жетүү үчүн соңку отуз жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика бажы салык дары дармек лицензия берүүчү тоо кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп элдин ырыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ алған алган аткаминерлерге салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине бажычыларга жана финансисттерге отуз күн убакыт берем силер өзүңөр ар тармақ тармак коррупциялық схемаларды абдан сонун билесиңер аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла анын баарын мамлекеттик қазынаға кайтарып бергиле мамлекеттен алған, қазынадан жеп жаткан жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула мүлкүңөрдү чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам кыска мөөнөттүн ичинде экономикалық мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негіздер даярдалады. эскерте кетсем Бұл иш чара бир гана жолу болот ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп қалышы керек укук коргоо тергөө органдары менен кызматташып ички инвестиция жасап акчаларды экономикабызга кайтарып бергиле ошондо барыңарға административдик жана экономикалық кечиримдер болот мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт бул элдин талабы Бул мага Табширан тапширган Эльди Милуесю. Уважаемые соотечественники, в настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности, на меня, как на исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министра Кыргызской Республики, возложены... Большие полномочия и ответственность перед народом. Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию. Цель амнистии ⁇ пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы ранее незаконно вывезенных за пределы нашего государства, в том числе в офшорные зоны, вывести теневые ресурсы бизнес, сообщество в правовое русло, создать равные условия для всех субъектов предпринимательства, достичь положительных макроэкономических показателей, изыскать необходимые средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки, обеспечить выплаты внешнего долга страны. За последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая службы, лекарственного обеспечения, выдача лицензий, недропользования и других процветали системные коррупционные схемы. В этой связи коррупционерам, организовавшим преступные схемы, наживившихся на простом народе, обворовывая их бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний, чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий, предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов, отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства, либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний, руководителям министерств и ведомств, таможникам и финансистам, даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы вы сами предоставили реальные сведения о имеющихся фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Больше ничего не надо. Пока я даю вам время и возможность краткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю. Мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз. Другой возможности не будет. Поэтому вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью. Узаконить свой капитал и нажитое имущество для уплаты налогов по ним. Делайте внутренние инвестиции. Возвращайте и вложите деньги в нашу экономику. Гарантирую неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождение от всех видов наказаний, при добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность. Это требование народа, это цель людей, доверивших мне судьбу страны.